Добрый день! В этом видеоуроке мы научимся вязать лимонные дольки. Для начала мне нужно будет набрать количество петель кратное 8, плюс 2 кромочные и плюс 2 петли для симметрии. Таким образом у меня получается 28 петель. Базовый ряд, он будет у нас считаться нулевой. Все петли изнаночными. Переворачиваем работу, и у нас пойдет первый ряд. Кромочную снимаем, вяжем 2 лицевые, делаем накид, мы вяжем 6 изнаночных. Делаем накид, 2 лицевые, 1, 2, накид, и раппорт повторяется, 6 изнаночных. Накид. 2 лицевые, 1, накид, 6 изнаночных, накид, 2 лицевые. Кромочная вяжется изнаночным. Поворачиваем работу. У нас идет второй ряд. Кромочную мы снимаем. 2 изнаночные. Делаем накид и вяжем 8 лицевых. В том числе и накиды мы провязываем лицевыми и все петли, все 8 петель. Накид. Далее вяжем 2 изнаночные. Накид. И раппорт повторяется. 8 лицевых.
И так до конца ряда. Накид, 2 изнаночные, накид, 8 лицевых, накид, 2 изнаночные, последние. И кромочная, а также изнаночная. Поворачиваем работу. В третьем ряду кромочная снимается. Вяжется 2 лицевые. Накид. И теперь мы вяжем 10 изнаночных. Делаем накид, 2 лицевые, накид, 10 изнаночных, раппорт будет повторяться. Накид и 2 лицевые. Накид, 10 изнаночных. Накид, 2 лицевые и кромочная изнаночная. Поворачиваем работу. Четвертый ряд мы будем провязывать без накидов. Кромочная снимается. Вяжется 2 изнаночные, далее 12 петель мы будем вязать лицевыми. Две изнаночные, двенадцать лицевых, две изнаночные, двенадцать лицевых, две изнаночные, третья изнаночная, кромочная. Поворачиваем работу. Далее у нас идет
пятый ряд. Кромочную мы снимаем, провязываем 2 лицевые, 12 петель. Каждую петельку вывязываем с 3 накидами. Первая петелька. Делаем 3 оборота. 1, 2, 3. И петельку снимаем. Следующая петелька. Таким же образом. 1, 2, 3. Итак, все 12 петель. Следующий у нас по рисунку идет 2 лицевые. Затем раппорт повторяется. Каждую петельку мы будем вывязывать с 3 накидами. Далее по рисунку у нас идет 2 лицевые. Следующие 12 петель мы будем провязывать каждую петельку с 3 накидами, 2 лицевые и кромочная последняя. 6-й ряд. Кромочную мы снимаем. 2 изнаночные. 3 накида здесь и 3 накида здесь. Вытягиваем эту петельку 1 и вытягиваем следующую петельку 2. Делаем из них длинные петельки. Длинные петельки. Заводим спицу таким образом, чтобы нам провязать 1 лицевую. И снимаем. Следующие 2 петельки. Мы также накиды сбрасываем. 1 петелька, 2 петелька. То есть мы эти петельки вытягиваем, провязываем из этих же 2 длинных петель лицевую и снимаем. Следующие. 1, 2. Перебрасываем обратно на левую спицу.
растягиваем и провязываем лицевой, одной лицевой. Таким образом, нам все 12 петель нужно будет провязать по 2, мы получим 6 петель. Возвращаем эти 2 петли обратно, выравниваем и провязываем лицевой. Снимаем. У нас должно получиться вот эти длинные петельки. Следующие 2 накида. 1, 2. Возвращаем обратно на левую, ввязываем лицевой, сбрасываем. 1, 2. Возвращаем, выравниваем, ввязываем лицевой. У нас должно получиться 6 петель. Следующие 2 петли мы провяжем изнаночной. Далее раппорт повторяется. Из этих 12 петель мы должны скинуть все накиды и по 2 связать. В итоге получить 6 петель. Следующие 2 петли свяжем изнаночными. Повторяем раппорт до самого конца. Далее мы вяжем по рисунку 2 изнаночные и кромочная. Седьмой ряд вяжем как первый, то есть первая кромочная, 2 лицевые, накид, 6 изнаночных. Накид. 2 лицевые, то есть мы рисунок продолжаем. Накид, 6 изнаночных. Накид, 2 лицевые. Накид, 6 изнаночных. Итак, до конца ряда. Накид, 2 лицевые и кромочная изнаночной. Далее у нас пойдет второй ряд. Вот такие лимонные дольки у меня получились.
Можно сделать мандаринки. Это тоже интересный вариант. Благодарю за внимание. Поставьте класс, кому понравилось.